Всем привет, друзья! Это будет следующий обзор моего цветника. Вот хочу показать, что у меня пока цветет. Здесь у меня зацветает новая розочка, которую я в этом году покупала. Вот. Сейчас ближе подойдем. Она уже цветает. И новые бутоны идут. Нет, это будет роза ароматная. В этом году все, так сказать, небольшие бутоны, но она ароматная. Здесь еще пока нечего показывать. Это монарда, эхинацея. Только-только начинает зацветать растения. Вон, жуки уже сидят там, по 3-4 штуки поедают. Так, здесь у меня желтая роза. Смотрите, какая красотка. Красотка в желтом. Кажется, лихнис корончатый, что ли, точно не могу сказать. Вот. Здесь лилейники начинают зацветать. С этой стороны у меня смотрится так. Здесь вот у меня розочка. Варигатная получается. Красная с белым такая. Это мелкоцветковая роза. Хвостичка. Это ранние фоксы цветут. Начинает зацветать. Здесь вот такая роза. Вот эта роза очень ароматная. У нее запах такой вкусный. Вот эта розочка. И вот я вам показывала на краю дома. Точно такая же роза. Я ее из черенков выращивала. Но здесь пока нечего показывать еще. Здесь флорибунда розочка. Это, как же она называется-то, мускусная роза, такая беленькая. Здесь только-только начинают бутоны. С этой стороны у меня вот такая арка, я вам уже показывала. Вот один клематис уже, считай, наполовину поднялся, а второй клематис не хочет подниматься. Вот так сидит, цветет, и все. В пруду воды нету, считай, поливала. Сейчас наперстянка отцветет. Буду подстригать уже и наводить здесь порядок. Вот. Потому что каждый раз надо наводить порядок, подстригать, все выравнивать. Растения растут. Вот. Эта розочка очень обильно цветет прям. Она как начала цвести, все цветет и цветет и цветет. Это я покупала в прошлом году ее. Их две розы брала. Одна эта роза и одна там
за ивой хакуркой. Хакура в этом году себя не показывают, потому что засуха, и они себя не показывают. Вот. Нету ни белизны, ни розового. Это Вероника. Нет. Это я выписывала сальвию. Сальвия. И вторая розочка вот она. Бело-розовая такая. Это моя аспирин роза. Скоро зацветут астильбы. Много чего зацветет. Потихоньку начинает все зацветать. Вот. Волжанка уже отцвела. Я вам хочу показать пион Сара Бернар. Очень плохо растет он. Под ней это выходит самый последний. И опять вот в этом году один цветок. Но какой цветок? Посмотрите, какой огромный цветок. Вот. В прошлом году было 2, в этом году опять 1. Вот. Каждое растение показывать не буду, потому что здесь порядка нету. Ну, смотрится так. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей погоды, красивых цветов, богатых урожаев. Всем всего доброго и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!